Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей творческой мастерской мы с вами сделаем фоторамку, украшенную ромашками техники твиллинг. Для этого нам понадобится основа от старого настенного календаря, цветной картон, бумага зеленого, желтого, белого цвета, клей ПВА, линейка, зубочистка и ножницы. Начинаем с того, что каждый лист бумаги нужно нарезать на тонкие полоски. После того, как мы разрезали все наши листы, начинаем склеивать белые полоски по две штуки. Теперь при помощи зубочистки начинаем скручивать наши заготовленные ленты. После того, как мы сделали заготовки для нашего цветочка, начинаем собирать нашу ромашку. Пока высыхают наши ромашки, займемся изготовлением фоторамки. Для этого размещаем на основе от старого календаря лист цветного картона. Я взяла черный, вы можете взять любой. Отступаем с каждой стороны 1 сантиметр. И надо будет обрезать лишнее. С обратной стороны картона я наметила окошко
под фотографию 10 на 15. Наши ромашки высохли и листочки. Теперь распределяем их по рамке и приклеиваем.